У нас в гостях находится Анна Бушуева. У нее очень интересная профессия. Она дизайнер еды. Правильно я понял? Здравствуйте, да. Я фудстилист. Я больше 12 лет занимаюсь тем, что делаю красивую еду для упаковки рекламных имиджей, а также различных меню ресторанов. А расскажите, пожалуйста, про вашу компанию. Чем она занимается и на чем специализируется, в принципе? На выставке я представляю компанию Foodie. Это компания коммерческой фотосъемки и видеосъемки еды для упаковки рекламных имиджей и меню. Мы представляем комплекс услуг, то есть это фотограф, фудстилист, реквизитор, повар. И все в комплексе дает нам возможность сделать очень качественно свою работу, что в свою очередь радует наших клиентов и покупателей. Снимки на буклете действительно вызывают восхищение, очень красивые снимки. Анна, скажите, пожалуйста, какая у вас задача перед вами стоит на данной выставке? Выставка World Food для нас – это возможность встретиться с нашими клиентами, а также показать наши новые разработки, новые возможности, представить для наших новых потенциальных клиентов. Анна, надеюсь, у вас все получится. Хорошего вам настроения.